писать. Итак, эксклюзив с Иваном Кирхой, тренером Александра Поветкина. Иван, совсем недавно ты еще работал в клубе «Единоборств», сейчас ты тренируешь Александра. Можешь рассказать, как так получилось, что ты стал тренером Поветкина? Знаю, время стечения обстоятельств не могу я вам рассказать. Для меня это тоже было неожиданно и очень даже неожиданно. Я могу сказать, что мы сначала созвонились, потом встречались с Александром, потом вспоминали общую нашу работу давным-давно. И после тренировочный процесс начали выстраивать пробные тренировки. Мы нашли общий язык, мы быстро стали понимать друг друга. Я могу сказать, что очень приятная работа с Александром. Это достаточно хороший... Дочек. Спасибо. Дочек. Достаточно большой спортсмен, который еще до конца не раскрылся, я так могу сказать. Еще есть резервы в этом человеке, чтобы развивать и открывать. Чар как соперник, пару слов о нем. Хороший, достаточно хороший боксер, который выше среднего уровня. То парень находится в топах и уже регулярно в топах находится, в топ-рейтинге. Поэтому что ответственно, очень ответственно готовились к этому бою. Тяжело, с полной, еще раз говорю, ответственностью надо. Будете стараться нокаутировать Мануэля Чара? Будет возможность нокаутировать Александр. Будет возможность, если предоставится такая возможность, а эту возможность мы будем сами пытаться себе создать. Знаете, есть в чем надо контролировать бой сам. Если мы начнем правильно работать, и Александр начнет контролировать бой без всяких форс-мажоров, то, ну, я говорю, это травма, это рассечение, не хотелось бы. Любая возможность Саша использует для того, чтобы нанести завершающий удар. Ваня, только что Поветкин мне сказал, что хочет дойти до чемпионского титула и сразиться с Владимиром Кличко. На твой взгляд, ты уже увидел, что можно изменить в том бою, чтобы Саша выиграл? И еще по тому бою, не считаешь ли ты справедливым было дисквалифицировать Владимира Кличко в 7-м раунде за нарушение правил? Конечно, я считаю. Там было много допущено со стороны рефери. Дозволено, да, конечно, клинч и всякие, скажем, грязные приемы в самом боксе. Это тоже надо к этому быть готовым, уметь противостоять этому. По Кличко могу сказать, что там бокса не было на тот момент, была техника-тактическая победа. Да, Владимир очень хорошо клинчевал, много было давления запрещенных приемов, да, наваливания, скажем так. Ну, можно сказать, и переборол, ну и тактически команда переиграла, наверное, так можно сказать. Ну, я не могу сказать, я говорю, еще раз, не было на той подготовке, не могу сказать, что там было. Видел только одно, что у него, у Саши были резервы, и они до сих пор еще остаются. Поэтому еще он проиграл по очкам. Ну, я не считаю, что проиграл. Одно-два предупреждения дали, уже совсем другой бой был. Но не так доложился, и там другие могли быть в итоге расклады. Ваня, последнее. Можешь сказать пару слов болельщикам, которые придут болеть за Поветкина? Что их ждет в этот вечер? Я могу сказать только одно, что Александр – это лев, который прям, он действительно никого не боится. У него нет страха, с кем боксирует, и поэтому он всегда готовится хорошо, с полной самоотдачей. Сейчас я это сам видел, что очень дисциплинированно, и поэтому я думаю, что вы не разочаруетесь. Вань, огромное спасибо. Очень рад, что ты теперь тренируешь Поветкина, и уверен, что ты доведешь его до чемпионского титула. Спасибо, Вань. Спасибо. Удачи. Спасибо.